курточку, щоб туди не йти. Он уже без перчаток, без масок. Ну, ти подивися на цих. Это тоже уже. Нет, тут перчатка тут остался. Вот теперь я вже в очередь попала. Ну, она быстро, кстати, идет. Тогда вот просто я даже не поняла, что очередь прошла. А, это новые маски уже продают. Некогда? Он рабо. 10 лир вот такие. То есть это и глаза защищают. Ну, то есть, конечно, оно более. Ну, уже пришла, тут каймак куплю, уже все. Буду ждать, что делать. Плохо, знаете что? Что у меня интернета нет мобильного, да. У меня закончился интернет и звонки на телефон. И я подумала, а зачем я буду пополнять? Ну, то есть 40 лир я буду платить в месяц за что? За то, что я буду сидеть дома? У нас все равно все уже по WhatsApp разговаривают. Абсолютно никто по телефону практически не звонит. А кто звонит, то уже тоже по WhatsApp может позвонить. Поэтому я без интернета. Тут люди, которые туда заходят, отправляют в очередь, в конец очереди. Их не пропускают. То есть говорят, в очередь идите. Зашла за каймаком. Он мне вот это дал, говорит, ну это чтобы есть. Я говорю, мне для выпечки. Он говорит, все, я даю тебе для выпечки. Он говорит, я более кислый. Он говорит, да. 200 грамм, ну на пасту, на куличи, извините. Привычка. Сейчас надо 17 людей моря. Мне кажется, что все запасаются в связи с тем, что был комендантский час. Знаю, что в воскресенье не пойдут. Я все-таки пойду тебе помидоры возьму, они такие вкусные. Вот такие штыпзики. Да ладно, возьму. А то потом не знаю, когда еще поем. Да ладно, клубника 5 лир. Ну вы меня соблазняете прям. Ну я так может будет. Вы что, ребята? Масала! Купила килограмм. Ну 5 лир, что? Ну такого вообще не было никогда. Минимум 16, 10, 20. Ну меня не чуть, я поняла. Так накорчать начали. Вот если бы я еще вспомнила, где помидоры брала, было бы вообще хорошо. Вот смотрите, 8, точно такая, такой же чилек. Ой, извините. Чилек, это клубника. Точно такая. Так, вспоминаю, где ты брала помидоры? Я не помню. Конечно, я не получу, записываю их. Но... Представляете, я нашла. Я его нашла. Вот смотрите, 2 лиры, или это не те? И кима лира? По 3 лира, по 2 лира. Представляете, я ему дала 100 лир. Он мне дает 40 сдачи. Я все собираюсь, сложу уже в сумочку, все пакую себе. И идти, он говорит, на тебе 50 лир. Я говорю, в смысле? Говорит, ты же мне 100 дала, я тебе 40 дал. И отсчитывала 50. А я, представляете, забыла. Я тебе распаковала уже все красиво. И такая думаю, обалдеть. Он говорит, ты не переживай, я бы тебе догнал. Типа я бы видел, куда ты идешь, я бы догнал. У нас лишние деньги, то есть это не мои деньги, они не останутся. Тема, но честно, я в шоке. Я не могу понять, что происходит. В ту среду, вы помните, вообще тишина была, покой. Все сидели дома в эту среду. Все перепугались до смерти. Все побежали на базар покупать продукты. Потому что голодными сидеть неинтересно дома. Не, лимоны не буду, а уже 10 лир лимона, а были бы прям 7. Да. Решила пойти направо. Я всегда налево обхожу, а это думаю направо. Сейчас пойду покажу вам, что здесь находится. Никогда не ходил к 5 лир. Молодцы вообще. Умнички какие. Да, так много. Представляете, люди, которые ну, уже знают продавцов, да, они просто отсюда дают пакет, они им кладут и все. Хроников, ой, колоний сколько. Не знаю, честно. Может, один раз. Мне кажется, когда-то со знакомой машиной сюда подъезжали. Один раз я вроде бы шла. Ну, посмотрим, куда мы выйдем с вами. Ну, вот отсюда можно и до театра оперы и балета дойти. Вот и здесь есть. Продают. Шалгам. Это с черной моркови сок. Есть острый, есть не острый. Я вам рассказывала уже. Смотрите, курочки какие. Холёси. Холёси, холёси, какие курочки. А я думала, где у нас петух, понимаете, разрывается. Вот он, красавчик, ходит. Он же, если, понимаете, кукарекает, такой же на весь район.
Да, хлопче? Ой, ну все же ж прорекламировав себе. Ви ж так же не сказала, то ж мовчав, то ж рішив. Ходим, ходим. Ну, кстати, класно здесь. Зацепилася. Ромашки, смотрите, здесь ромашки маленькие. Ой, сколько им набросали зелени, красота какая. Уже жарко, да. Так, ага, вот это рассада можно взять и посадить. Уже точно знаешь, что оно вырастет. А не так, как у меня укроп петрушка. Вырастет такой укроп. Ну не знаю, сейчас по новому посеяла, может что-то другое будет. Музный кадар? 12 бучок, мерхаба. 12.50 уже. Ты шикля. Не, по 8. Все знают. На русском все знают. А все вышло вообще не было здесь. Ну просто я уже туда третий раз за один день, я уже одной и той самой дорогой неинтересно. А, здесь у нас Кэрфул есть, оказывается, недалеко от меня. Ну, на Шарополе он тоже есть. Я не знала вообще, что здесь есть. Ты вообще, Юля, багато що не знала, що біля тебе є. Автобус даже сюди ходить. Да, оказывается, здесь тоже можно закупиться. Ну, Carrefour обычно немножко дороже, чем другие магазины. Но если все буде закрыто, то тут тоже пойдет. Это подем, я могу говорить, подем. Миндаль, миндаль. Кстати, ну неплохой, я не скажу, что плохой. Можно поесть этот зелененький. Нет, апельсины что-то я не знаю, не хочу. Да. А потом после обеда, нет, это не после обеда, а в другие дни будут вот это кататься и кричать с тем, чтобы купляли. Сегодня там молчат на районе, никто не кричит, потому что знают, что сейчас шамба открыта, смысл им ездить. Все и так пойдут. О, сразу бим. Да ладно, ребята, на район просто в магазине. А вон а 101. Я в шоке. Нет, шока тут нема. Все рядышком. Магазин на магазине. Не надо никуда ехать. Это недалеко от меня. Ну, минут 10. Ну, может, 7 хоть бы. Просто я с тачаночкой, ну, медленнее иду, конечно же. Да ладно, здесь преподают от 5 до 9 лет балет. Представляете? И для взрослых тоже, ну как, для старших, наверное, где-то, для взрослых балет уже, ну как, ну что? Нет, ребята, зумба, да. Зумба будет продолжаться, и пилатес есть, и йога. Я не знаю, или идут сейчас, я не думаю. Мне просто интересно, где я выйду сейчас? То есть, are you sbir? Ну, Юля, наверное, заворачиваю уже до себя. Сейчас посмотрим, куда мы выйдем с вами. Ой, я ж не могу сразу спуститься с бровки, потому что у меня ж колесики. Отбиваю. Не надо так, дезъезд. А дедушкам, походу, там дезъезд надо выйти. Вот фитнес-зал здесь. Юля, блин, там фитнес-зал. Я вам серьезно говорю, я могу просто свой район снимать, я вообще никуда не ездить. И могу снимать, наверное, еще месяца три, и все буду новое что-то находить. Мне вообще интересный район. Так, где мы вышли с вами, мне просто интересно уже. Еще какой-то майданчик детский. Вот вообще не знаю, где вышла. Вот просто не знаю. Так, вот я на съезд. Съезд я пропустила, Юля. Потому что машина ехала, я все равно не вышла бы. Сейчас мотоцикл едет. На крыше дома твоего. На крыше дома твоего. Ну, це крыша прям звалится скоро. Смотрите, возле меня такой майданчик для деток есть. Прелесть какая. И он второй еще есть. Ну тут второй огражденный. Это, наверное, прям для того дома. Машина велика поехала. Чуть на меня не наехала. Мамочка, Юля, где твоя улица, а? Понятия немає. Ну сейчас куда-то выйду, я что-то знакомое найду. Побачу. Это где мы выйдем? I don't know. Мне кажется, если бы я туда прошла, вот там наша поликлиника общая этого района. Да, туда можно бесплатно ходить. Там, если что-то вас волнует, вас кровь могут даже сдать на анализ полный, развернутый, бесплатно. Да, если у вас есть виза на проживание. То есть сдали через там день и пошли забрали.
не надо так. О, это дерево, дерево ж мое. Все, я узнала, где я вышла. Просто, Юля, 2 метра в сторону зашла. Все, уже перепугалися, уже не знаем, где мы. Там всегда развилка такая, знаете. Вот тоже мужчина надрывает руки. Зачем? Ну, оно еще не до конца расцвело, но когда до конца вот этот куст расцветет, прямо на дереве, то очень красиво. Все, мы вышли на нашу дорожку. Прямую. Кстати, здесь, мне кажется, даже меньше обходить, чем когда я с той стороны обхожу. Вот базар. Элементарный. Элементарный. Целую вас, люблю, обнимаю. Вот мушмула наша. Конечно, наша, чья ж. Анталийска. Тёмкаю вас. Хорошего всем дня. И желаю всем здоровья. И счастья. И любви. Всем. Привет, мои дорогие любимые. Я вам хочу показать, что же я сегодня купила на базаре. Ну, хлеб я купила в пекарне. Это, кстати, второй. Это за вторую ходку. Да, это тот я уже съела с авокадо. По 1,25 рубль. Клубничка по 5 лир за килограмм. Дальше яблоки 3 лиры за килограмм. Здесь 3 килограмма. В Биме. Очень мне понравилось вот это варенье с малины. Обалдеть. Потому что с клубники я беру Айсберри. Очень сладкое. Вот это просто супер. Оно стоит вот 8,95. Да, просто прелесть. Молоко взяла на Пасху. 3,60. Ну, это самая большая жирность. 3,1. Больше там не было. Огурчики. Я уже говорила. Это, скажем так, подарок от Япы Креди. Одна банка 13,90. И получилось так, что 13,90 я заплатила, а вторые осталось на карточке только 13 подарочных лир, и 90 копеек я просто дала. Да, представляете, я, ну, спасибо девочкам, что они сказали, я бы не знала. Дальше, авокадо, 8 штук получилось 35 лир, ну, дорого сейчас, но очень вкусные, вообще, бывает, знаете, вроде бы и такой же, как бы, размера, а, ну, не то, а этот прям... Бомба. Финики. Вот это получилось на 15 лир. Килограмм 18, но в этом магазине дороже. Я посмотрела. Морковка по 2,50 за килограмм. Тут чуть-чуть больше килограмма. Помидоры по 3 лиры за килограмм. Я утром, ну, когда купила, я попробовала. Обалдеть, какие вкусные. Я поэтому еще пошла и купила еще 3 килограмма. Хочу объесться помидорами. Каймак я взяла для Пасхи. Вот этот есть. Вот этот вообще вкусный. А вот этот он сказал на выпечку. Не могу попробовать, не знаю. Но мне кажется, он очень жирненький. Мне все равно придется добавлять айран, чтобы... Ну, это похоже было на сметану. Посмотрим, какая пропорция. Грейпфрут по 3 лиры. Здесь 10. Подождите. На 10 лир получилось. Я один съела. То есть 3 килограмма. Грибы по 8 лир. Сейчас, ну, воду закину, чтобы оно... Вот это все... Отмывалась. Бананы по 8,50 вышла килограмм. Картошка по 3 лиры, да. Тут 3 или 4 килограмма, я не помню. И 2 лука взяла для салата. Хотя не знаю, я собиралась зеленый взять, но ничего. За все я за 17 лир заплатила. Потому что я говорю, ой, нет, дорогой лук такой. Он говорит, давай дешевле, не все, не это вот. Ну, тот же мальчик, что мне подарил лук. Поэтому я уже и картошку там же беру. Это я вчера насобирала букет, да. А это сейчас у нас почему-то срезают деревья. И вот это лежало. И мне так захотелось вот этой зелени. Думаю, ну ничего ж нету дома. Как бы, ну когда еще выйду? Тут вышло, скупилось. Я вот сейчас помою, тоже поставлю в вазу. Все вроде, все вам сказала. То есть вот так я сегодня затаюсь. Ну, понятно, что, ну, за один поход на базар я бы это все не перенесла. Вы помните, я говорила, что, наверное, не буду брать тачаночку. Если бы я не взяла, конечно, я ничего бы не дотащила. Я в этот раз и бананы, и помидоры взяла, и яблоки, и варенье, и молоко, и еще этот, огурцы, и клубни, и кайма. Ну, короче, Юля, в зуб... и хлеб. В зубах бы ты потащила. И курточку я забрала, что самое главное. А он смеется, говорит, а это твоя? Я говорю, да. А, ну да. Ну, понятно. Вот так, такие у меня покупочки. Я надеюсь, вам это помогает как-то сориентироваться, сколько денег надо для того, чтобы прожить в Анталии, если вы собрались жить или отдыхать долгий период на своих, скажем так, хлебах. Я вас целую, люблю, обнимаю, желаю всем крепкого-крепкого здоровья, счастья, любви и улыбок. Все мы. Та-да-да-да-дам. Представляете? Это такая клубника смешная.
Такая в круговую себя выросла. Не знаю, как тучка, да, или как колобочек. Вкусная клубника, очень вкусная. Я думала, будет, ну, каким-то непонятно, да? Нет, такая сладкая, чуть-чуть с кислиночкой. Почти уже все доела. Вот это я жарю грибы. Я забыла, представляете, что я выжариваю грибы. И я бросила вот пассеровку. Просто целым вот этим бросила, что осталось, ну, забрала. Не размораживала ничего. И как я сейчас должна буду вот это выжаривать, я не знаю. Видите, выжаривается, но пассеровка раньше начинает гореть. Хотя нет, ну, грибы поджариваются. И что, как-то выжарим. Потому что я уже такие не люблю. Когда-то я вот так готовила. И все, как бы это готово. И до сих пор, кстати, Юля, ты не посолила, что нужно посолить, припочить. Короче, по специи можно даже, если кто-то любит очень сильно мясо, добавить мясную, да, там, специи какие-то, будет как мясо. Вот честно говоря. На вкус оно лично будет. Скажи, Юля, ты 7 недель не ела мясо, ты же забыла, какое оно на вкус. Ну да, я с этим тоже согласна. Это лук жарился вчера. Нормально, отстает. Пока вкуснятенько. Это желтенькая дает морковочка. Это вкусняшка. Ну, я ж попробовать не смогу. Только уже воскресенье. Все, мы вас